всем привет, с вами Юрик, сегодня будем играть, там это робот-симулятор. Робот-мини. Я не знаю, что это такая за игра, первый раз сюда зашел, но будем мы вместе здесь играть. Без вас я не буду играть. Ну что, начинаем? Вот мне... Почувствую, что я сейчас упасусь. Вот таким. Ладно, что нам нужно тут сделать, Боб? Дайте с... Ты нафиг. У меня же какая-то кирка с размером... Давай я тебе продемонстрирую. По морду тебе дам. Вот тут. По ногам ударю тебе. Батлы. Это еще что за долб там входит? Так, а он есть какой-то робот? Скажите мне, у меня есть робот? Вот такой робот мне должен быть, но именно где? Брак, то тебе нужно, тебе нужен трактор. Понятно. И понимаю, о чем он. Скажите мне, краты, робот, создать робота. Как вы назовете робота? Ну как мое имя в Майнкрафте? Чего? Блин, слишком большое имя. Ну, Боб один. Что тебе надо-то, иди в жопу. Ну, скажем, имя ему дать бы Пан один. Откуда у вас такие имя? А-а-а-один. Тоже. А если вот так где? Да что? Где мой робот тупорылый? Который зовут его Си. Он так долго создается. Пути-пути-с-ин. Идем за мной, идем за мной. Я тебя изнасилую. Такой сзади такой. Ладно, что нам нужно сделать? Так это прыгнуть в самый низ и... кто ты такая? Пошел в жопу. Так, нам нужно копать руду, походу. Но это же шестеренки, это не руду. Посмотрите на эту милашку, как он копает такой. И посмотрите на меня, на моего жирного кота. Сейчас еще обосраться, да. Хватит. Как-то долго копает он. Черт вас, бей его, бей. Сломал. Теперь я ему помогу, моему дружку. Дай помогу я своему дружку. Обосраться, того же и получить. А? Крата то. Тебе батл, хочешь батл? А? Конфликт. Я же батю покажу, а? Давай. Ади, начисти ему. А, дери ему жопу, ади. Это шлю. Надери, давай. Отстань. Ах ты, падла, мини. Ты, значит, решила убить моего... Ну, ты у меня сейчас поплачь. Ты у меня же поплатишься, моего дружка, значит, убить решила. Я тебе начисто в следующий раз, ты меня поняла? Будешь еще раз убьешь моего дружка и тебе вот эту мышку тебе в одно место засуну. Да. Тур. Настоящая. Все, я вызвала наверх, что-то меня хотят. Аки. Так. Дружок, дружок. Моего дружка убили. Сейчас я его убью. Да, привет. Замка все 94 шестеренки. 900. Ну да. Все, я продал? Да, я продал. Извините моего
этого дружка. Ну, наконец-то. Тут робот моих дружков. Сейчас я несколько сделаю. Окей. В смысле, окей. Are you okay? Normal landing. I'm not fine. Что ты имеешь в виду? Normal fine. А пуль не normal. Так, ладно. Давай бы немножечко денежки заработать, кстати, про деньги. Кирочка, 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 моя любимая. Тут, знаете, за 1000 можно купить. Или за 1000, а у меня что-то такая. Сейчас накоплю на новую Кирочку и к вам вернусь. Я накопил и иду на самый верх. Через 5, 4, 3, 2, 1 я смогу пойти на самый верх. О! Идеально. Так, где тут у нас был Кирки? А, ну я же продать сначала деньги. Да, я продаю все свои деньги. Все свои деньги. 1000 с чем-то. У меня еще 20. Еще 20. Продам все. Чего вы все ко мне лезете? Я знаю, это YouTube, но нафига ко мне лезть сразу. Так, сейчас я покупаю новую пирочку. Пирочку. Какую пирочку? О! У меня железная Кирочка, я пойду сейчас этому, как его там, мастер твин, пиз, там. Ты хочешь этого? На тебе по морде. Всю девушку. Я пошел дальше копать. Уи! Тут можно прокачивать его, интересно. Хера. Ты чего такой дьявол? Так. Статс. Шестеренки можно покупать. Понятно. А что прокачать, так это силу. Но надрать ты по морде. Вот так взять и надрать. Глосс, иди на. Я не хочу с тобой драться, дур. Тогда я пойду на самый верх копать. Одновременно копаешь просто все. Так, ладно, все, давай. Сейчас прокачаю я его. Оп, сила прокачана. Надо ему силу прокачать, потом отдрать жопу всем, кто тронет моего си, тому бит. Понял? Паркурист йотик вернулся обратно. Я сейчас паркуристом буду. Что ты мутишь? Я тут немного подкачал. Так что теперь я могу взять на Индруден статус и его прокачать до 3-го уровня. Ну чё, батя? Кто тут теперь батя? Давай батлиться. Батл. ПВП. Кто? Тебе конец. Я прокачал своего крутого. Теперь должен быть круче. А теперь отходим отсюда. Прошу, меня чуть не убили. Не зарезали. Понятно. С ней драться бесполезно. Она зря, она мощная какая-то. Дай-ка я беру. Давай-ка. Те, кто восстановит жизнь, погнали дальше копать. А мы копаем картошку. Дай я тебя по морде врежу. Так, креатор. Я могу еще одного дебила сделать. Юнон. Не могу. Кстати, интересно. У меня денег 1079, понятно. Мало денег, чтобы пойти и... О, спасибо. Так. Батя, ты шлюп, что ли? Понятно. Ладно, я не буду батлиться с этими дебилами, я просто дальше пойду копать свои какашки. Мы сейчас упадем на каком-то дереве, вот так срубим упадем. Чуть не обосрался. Ребят, я подумал, давай-ка мы тоже защиту прокачаем, а то он реально какой-то слабый дрищ. У моего робота какой-то... У моего робота 3-й уровень. Ох! Ах, упал! Твари, что ты от меня хочешь? Твари от меня, мужик. Потому что у меня сейчас будет... Ди! Я сейчас создам робота Ди. У меня сейчас будут 2 робота крутых такие. Ди, привет. Как дела? Как ваши дела? Я обосрался. Сейчас и я, мы сейчас копаем дружно. Мы сейчас тут немножечко прокачаем всех.
хотя бы до второго уровня. Хватит трогать мои шестеренки, тварь. Это мои шестеренки, а не твои. Уже прокачаем. О, монстр. Кто говорит монстр? Я не пойму. Так, все. Смотри, сейчас я захожу. Захожу в статус и прокачиваю вот этого батю. Нам нужно немного прокачать и этих ботинок батлиться. Я все-таки решил новую кирку купить. Так, выходим с этой шахты, господа. Идем надирать жопу. Ну, не жопу, но... Скажем, сейчас я скажу... 168. Продадим. У нас 2759. Можем уже купить новую кирку. Что-то тут слишком дорогие стали. Тут вообще алмаз на 10 тысяч стоит. Ладно. Биба-боба 2. Погнали сюда. К подаркам. 10 тысяч. 10 тысяч. 3 тысячи. 12 тысяч. 8 тысяч. 6 тысяч. 4 тысячи. Тут 10 тысяч это максимум, что тут нужно накопить. А интересно, как я накоплю тебе эти деньги. Ладно, давай погнали дальше копать какашки. Уи! Лошара! У, лошара! У, лошара, лох! Я выиграл. Он обосрался меня. Вызвал меня на батл, я обосрался. Лошара какой-то появился. Прокачиваю статус моего батю. Вот этих двух крутых, кстати, можно давать что-то. Интересно. Шапки там это за 10 тысяч, но они настолько дорогие. Дай-ка я тебе выпали. Дай-ка на твою сяду, попержу пражную. Ой, ах ты, думаешь, что я изнасиловал? Завтра изнасилуешь. А, ребят, я решил вот этого нашего Си, вот этого Си, понимаете, прокачать ему это, защиту. Все. Теперь качаем защиту Ди. Ди нужно, Ди прокачать защиту. Надо пойти на батл какой-нибудь. Блин, у меня такое лицо, будто я вчера объелся мандаринами. Не, ну что, на следующем видео я буду худым, жирным, тварь. Ладно, 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 хватит уже болтать, погнали дальше, я работаю. Так, давай копать, вот там пока что. Я пойду сейчас вот здесь покопаю. Так, все, можно прокачивать моего Ди, защиты ему, защита 2, защиту 3 ему надо сейчас прокачать. Сейчас я пойду на батл этой какашки, которая меня все время выигрывает. Потом посмотрим, кто в этот раз батя. У него 2 робота. Ладно, будет, у него будет 2 робота, я прокачаю свои. Ничего, 60 нам нужно. Да? Да, как на 60. Давай. Все. Я накопил. Идем к ней. Сейчас я возьму Ди. Прокачал. И идем к этой какашке. Вот она. Сейчас я батлю. Батлить пошел. Давай, давай, давай. Моего Ди убили. Черт! Одного выиграл, второго убили. Су! Вот кто она на самом деле, су! Моих роботов украла, понятно. В следующий раз я тебе жопу надеру. Ладно. Бога, я прокачаю моих роботов. А. Правильно. Что я хотел? Можно, конечно, роботов сделать. Кстати, не знаю, что там еще ниже. Я тут подхвачу. Что там?
ничего интересного. Я тут сложно могу копаться, подожди. Мне нужен 6-й левел. Мне сейчас нужно прокачаться и пойти кому-то в рот насать. Ладно, ребята, давай в следующей серии продолжим. С вами был Йотик. Не забудьте подписаться на канал, колокольчик и жмите лайк. С вами был Йотик, пока. А я сейчас пойду батлиться с этим скотиной. Да. Давай. Батлиться. Пока.